600 грамм муки, предварительно ее просеяла, 150 грамм сливочного масла. Масло надо растопить и охладить до комнатной температуры. Беру муку, немножко оставляю, примерно 150 грамм, на подсыпку. Добавляю в муку соль, пол чайной ложки, даже с горочкой. Половина чайной ложки пищевой соды. Перемешиваю. В муке делаю воронку и вливаю 250 мл воды комнатной температуры. А также охлажденное тоже до комнатной температуры сливочное масло. И начинаю замешивать тесто. Перекладываю в пакет и оставляю его отдохнуть минут на 20, даже и 30. Картофель и лук нарезаем мелким кубиком. Добавляю соль по вкусу и черный молотый перец. А также я добавлю кумин или по-другому зира, приправа. В начинке будет очень много жидкости. Можете переложить начинку из картошки с луком сразу в дуршлаг. Выкладываю тесто, немного его еще пообминаю, делю на две части и одну часть убираю пока в пакет, а вторую делю на 6 ровных кусочков. Раскатываю каждый кусок теста в лепешку диаметром примерно 15 сантиметров. Выкладываю начинку 3 столовых ложки с горкой. И сверху еще кладу небольшой кусочек сливочного масла. И начинаю формировать пироги. Отправляю в духовку, которую я разогрела заранее. Выпекала я их примерно 40-45 минут при температуре 180 градусов. Пока пироги горячие, смазываю их растительным маслом. Такие пироги принято есть в разрезанном виде. Вот так. Есть такие пироги, лучше в горячем виде. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.